В 2018 году в России появится единый реестр ЗАГС. Все данные, которые сейчас хранятся на бумаге, переведут в электронный вид. Это должно облегчить межведомственное взаимодействие, считают специалисты. Такой шаг позволит создать единую базу, где будет храниться вся информация об актах гражданского состояния, рождении, смерти, заключении браков и разводах. Это должно упростить ряд процессов. К примеру, сбор информации о населении для начисления налогов, поиск родственников и подсчет статистических данных. Сегодня статистика нашей работы проанализирована. Нас характеризует то, что наши чувашские семьи всегда были стабильными, всегда вопросы укрепления семей были в приоритете. Хочется отметить, что мы на сегодняшний день наряду с Республикой Мордовия по относительному показателю занимаем первое место среди субъектов Приволжского федерального округа по наименьшему количеству разводов. А по России это восьмое место.